Ко мне обратился мужчина с просьбой написать ему несколько интерьерных картин. Две нужны были как можно скорее, а еще одну чуть позже. В ходе диалога я поняла, его идеи по сюжету мне очень нравятся, и что я хочу уже поскорее приступить. Поэтому обозначила цену, взяла предоплату, заказала два холста и в путь. Когда я приехала вручать картины, от результата он был в восторге. Платил остаток и сказал, что хочет третью, а деньги за нее переведет уже на днях. Поэтому на доверии я сама сразу заказала холст. И что вы думаете? Заказчик просто пропал и перестал отвечать мне. И как после этого доверять людям?